Ну и интересно, как Металлург сейчас будет действовать. Вот просто интересно, сразу же вперед побегут? Или, учитывая, что ну, до этого все было относительно неплохо, могут продолжать играть так же, как и играли в первом и во втором? Дальбек. Слетел шлем, надо меняться, он показывает, что ему прилетело, никто не обращает внимания на него, только сейчас остановлена игра, но, по-моему, не было решения у судьи, что вот однозначно удаление. Дальбек на льду, без шлема. Слушай, вообще в голову Карри попал. Он в голову. Мне кажется, что это вот в голову, если честно. Команда «Металлург», номер 6, 5 плюс 20, я так в голову.